Как начинается мое утро? Утро начинается очень поздно сегодня, так как я вчера выдохлась, наверное. Столько много было физических нагрузок у меня. Я сегодня проснулась, друзья мои, в 12 часов. После 12. Это рекорд. Но я выспалась. Ну, поэтому я люблю свою работу, свой бизнес, что он мне дает возможность делать то, что требует моя душа и тело. А вот приготовила мужу на завтрак, тоже разбудила его силой. И здесь хочу замесить 2 кило муки, дрожжевое тесто. Положу его в морозильник. А также друг попросил сделать для него хачапури, для его семьи. Ну, естественно, принес мне муку, сыр и маргарин. Но маргарин я не пользуюсь в тесто. Только растительное масло, дрожжи, соль. Вчера я показывала вам, что муж принес вот такое средство. Я не могу остановиться. Я помыла раковину, помыла унитаз, помыла стены. Оно все так блестит. Перешла. Дорогие мои, сейчас я просто освободила посудомоечную и сложила эти кастрюли. Убрать надо. А тут я хачапури пекла. Друзья, обалденное средство. Я почистила также здесь, помыла шкафы. Смотрите, просто пши-пши делать и все. Стены тут помыла. Не могла остановиться. И это очень удобно для вот этой поверхности. Когда что-то приготовишь, загрязнится, раз-раз и все. А я кушаю что? Конфетку, полезную конфетку, которую Настя делает. Очень вкусно из орешков, меда и все. Без сахара. Что-то голос у меня такой, надо выпить мне кофе, чтобы прийти в себя. Я до сих пор не выпила кофе из-за этой уборки. Вот полы мыла. Я говорю, что со мной сегодня с утра. Поздно встала и все везде перечистила. Мой коврик. Вот эта поверхность я побрызгала, очень блестит. Завтрак моего мужа. И, кстати, я вчера рисовала и заснула. Буду сегодня раскрашивать. Ну, вот так как-то, друзья мои. Хочу показать вам цветочку этому. Это место более понравилось. Появились цветочки женского счастья. А вот мой коврик. Ну, а с этим что? Этот тоже более-менее, но желтый лист один пожелтел. Я не знаю, почему. Не знаю, ну ничего. Он же растет в рост. Смотрите, какой красивый. Сегодня у меня утренняя экскурсия, дневная. А вчера... Вот мои гвоздички. Мои гвоздички. Это я не садила, это само появилось. Но оно мне поднимает настроение. Перчики мои. Смотрите, цветочки. Интересно, какого будет цвета. Черного хочу. Зонты закрыли, потому что вчера был ужасный ветер. Надо подоткрывать. А там у меня курица стоит. Буду сегодня курицу на соли печь. И вот так как-то жизнь домохозяйки турецкой проходит. Глаз зачесался. Мои цветочки. Вот это я не знаю, что мамортика. И там у меня растет что-то. В общем, скоро мой балкон вы не узнаете. Такой будет красивый. Смотрите, какую соль купил мой муж в маркете. Юзбери, наверное. Именно для курицы, для соли. А вот эту столовую я раньше применяла. Вот видите, такую. Так, тут моя курочка уже. Сейчас она стекает. Промыла я ее. Здесь я приготовила начинку.
для хачапури, смешала разные сыры и добавила яйцо. Это очень вкусно. Ну, в Грузии мы так делали. Так, а здесь вот у меня все готово. Эндер принес вот такой сыр, сосиски, мне мороженое только что. И все, я буду приступать сейчас к хачапури. И у меня такие новости, потом с вами поделюсь, мои дорогие, я расплакалась. Вот мое хачапури. Вы знаете, что не надо было добавлять яйцо, потому что тесто полопалось. Ну, посмотрим, как получится. Видно, это не грузинский сыр. Поэтому посмотрим на результат. Так, мои дорогие, та-та-та-та-та. Вот такой хачапури. Он весь разорвался, но там все равно будет вкусный. Это будет как эмеретинский. Такой толстючий, толстючий. Сейчас прожарится, хорошо пропечется. Ашкин стоит над головой, чтобы уже хочет выйти для друга отнести. А здесь я готовлю второе хачапури. В общем, сегодня я хозяйка, а потом будет курица на соли печь. Хачапури вышло обалденное. Я не успела его даже снять вам, друзья мои. Вы понимаете? И пеку второе. Но второе сделала по-другому. Немножко сыр не подошел, и он разорвал нам все, но... А это я хачапури сделала, хочу соседку угостить. У меня такой день сегодня волнительный. И счастливый день, и волнительный. Расскажу вам, что произошло. Несколько дней я не звонила маме. Вот почему-то не могла. Из-за того, что я время находила только вечером, она в это время уже спать ложилась. Но это, наверное, ничего не случайно. И вдруг сегодня мама звонит мне и сообщает о том, что мои внучки в Турции у бабушки другой. Да, мои дорогие. Вот видите, как получилось, само собой. Поэтому не зря я говорю, что нейрографика делает чудеса, творит. Это был самый мой больной вопрос. Я в данный момент не собиралась ехать в Турцию, но все таким образом изменилось. Не хочу загадывать наперед, что будет, как будет, но с Божьей помощью и с помощью Вселенной все будет хорошо. Мои девочки рядом, так что бабуля их увидит. Это будет 100%. Вот такая вот у меня новость, дорогие друзья. И в честь этого я решила испечь хачапури и угостить соседей. Посеять кармические семена, мои дорогие. Рисуйте нейрографику. Кто не знаком с ней, знакомьтесь. Это волшебный метод исполнения ваших желаний. Делайте добро. Негатив откиньте подальше от себя. Знайте, что только вы способны изменить свою жизнь и жизнь своих близких. Верьте в это. Наше бессознательное творит чудеса. Самое главное – визуализировать свою красивую жизнь такой, какой вы хотите ее видеть, и не унывать при каждом негативе, не принимать решения сгоряча. Жизнь прекрасна, мои дорогие. Я это поняла в 50 лет. И благодарна Богу за это. Хотя, если бы я это осознала намного раньше, моя жизнь бы по-другому была. Но, видно, мне нужно было суждено пройти через весь этот горький опыт, сложный путь. И оказаться в этом прекрасном месте, чтобы понять это 50 лет даже. Ну что, дорогие мои, следующая будет курица на соли, потом покажу вам. Моя курочка уже лежит на соли. Кстати, такая крупная соль мне очень подошла. Кто живет в Турции, пользуйтесь. Первый раз мы такой пользуемся. Вот, курица готова, она сухая, не солю, ничего, просто наколола в нескольких местах
я вилочкой и все, сейчас в духовку отправлю. Здесь у меня еще жарится хачапури мое. Внизу чуть-чуть оно было на бумаге, поэтому не прожарилось. Я сняла бумагу и постелила, и положила на самый нижний уровень печься. Вот такая вот я сегодня хозяйка, перехозяйка. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.